З нами експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Добрий вечір, пане Андрію. Ну, от оці всі казки про рябого бичка, про те, що, мовляв, там жіночі парфуми ми з собою не возимо. Ну, ми ж знаємо, що дипломатичну пошту ніхто не перевіряє, тому можна спокійно пролетіти в Лондон, там собі гуляти і десь випадково зустріти когось, хто би дав тобі флакончик з цим парфумом «Перше кохання». Вы знаете, с юридической точки зрения много вопросов возникает по поводу мотива, для чего они туда поехали, были ли эти люди вообще, и почему суд английский еще не занимается рассмотрением этого дела. Поэтому юридическая сторона очень странная в этом всем. И имели ли эти подозреваемые отношения, не имели к убийству Скрипалей, мне кажется, должен установить суд. Но очевидно, по политическим соображениям... Ну, один из них сказал, что дочекаемся, когда найдут справжних отруювачів, и тогда нехай... Британия вибачається. Но по политическим соображениям, судя по всему, правительства Британии, США, Канады и других стран Запада приняли для себя решение. То есть у них есть доказательства убедительные со стороны следствия о том, что эти люди, наверное, отношения имеют к отравлению. Хотя решением суда, хотя бы на какой-то стадии, это не установлено. Значит, наверное, есть сложности какие-то с системой доказывания. В судовом процессе это интервью матиме якесь місце? Я думаю, да, теоретически это возможно, но мы не видели ни адвокатов Скрипалей. На интервью? Мы вообще не видим как таковой деятельности Скрипалей. То есть они же потерпевшие в этой ситуации, если брать классическую юридическую сторону. Значит, должны быть адвокаты, либо хотя бы Скрипали, которые говорят, что, ну вот, возможно, мы контактировали там с этими людьми, или мы подумаем потенциально это возможно. То есть нету ничего. Есть, по сути, битва политиков на уровне Российской Федерации и на уровне британцев и так далее. То есть мы не видим юридическую сторону дела. Гаразд, а может быть такой вариант, что Петров и Баширов сами попшикаются каким-нибудь парфумом и склеют ласты? Ну, теоретически исключать этого нельзя. Потому что, ну, якось все это белыми нитками уже. А тем больше вышло в публичную площину. Конечно. Я бы этого не исключал. А когда возникают подозрения, возникает суть питания. Ну, как вам представлено было? Нет человека, нет проблем. Проблемы. Гаразд, давайте далее. Сполучені Штати засуджують наміри бойовиків провести так звані вибори на окупованих територіях Донбасу. Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт. Вона сказала, цитую, з урахуванням постійного контролю з боку Російської Федерації над цими територіями, вибори, що проводяться там, неприйнятні і грубо суперечать зобов'язанням Росії згідно з Мінськими угодами. Створюючи фальшиві процедури, Росія ще раз демонструє своє ігнорування міжнародних норм і підриває зусилля щодо досягнення миру на сході України. Кінець цитати. Водночас Нойерт додала, що так звані народні республіки, створені Росією, не мають місця в українському конституційному порядку. Ну, пане Андрію, ну, які там вибори? Ну, найближчим часом. Три недели назад было заявление Пушилина о том, что выборы, скорее всего, не будут проведены, так называемые выборы, и они будут перенесены на следующий год. Но это было при живом Захарченко. Потом произошел взрыв. Тот же самый Пушилин говорит, что надо проводить выборы 11 ноября. То есть убийство Захарченко очень сильно изменило расклад ситуации в целом. И если Пушилин говорил о том, что выборы надо перенести на следующий год, то логично представить, что ему это кто-то говорил с российского руководства или с куратором. Потом ни с того ни с сего ситуация поменялась. Поэтому вот эти выборы, квази-выборы, они будут проведены 11 ноября для того, чтобы, во-первых, в глазах россиян и пророссийски настроенных граждан Украины, которые проживают на ДНР, легитимность, квази-легитимность придать ДНР, ДНР, а руководству России сказать, ну вот смотрите, Минские соглашения не выполняются, нормандский формат не работает, Уокер, Сурков тоже не работает. Вот они вот избрали какое-то руководство. То есть такой же сценарий, как и был в Приднестровье последние 26 лет. То есть легитимация... Квази-легитимация, да. Так, людей для какого-то переговорного процесса. Для создания квази-субъектности или правосубъектности, чтобы потом, в дальнейшем, возможно, в 2019 году, говорить или позже, что вот они тоже имеют какой-то статус. Ведь уже не будет Плотницкого, ведь уже не будет Захарченко, это будет другой. И не факт, что это будет Пасечник, нынешний руководитель, так называемый ЛНР, и не факт, что это будет Пушилин. Ну, але дивіться, Штати, наприклад, зараз так говорять, що це фальшиві там вибори, фальшиві процеси. Вони ж потім ці лідери, колишні, так, колишні вже Захарченко, вони ж ставили свої підписи в Мінських угодах. Якщо теоретично, припустимо, будуть якісь інші там домовленості, угоди,
Що будуть писати? Підписали, там домовились фальшивими лідерами, обраними на фальшивих виборах. Ну, а якщо вибори в Україні пройдуть в марті, і президентом України стане другий чоловік, не Петр Порошенко, то ж виходить, що теж будуть говорити, що Порошенко делегував Кучмі, а зараз новий президент і нелегітимне Мінське соглашення. Тобто воно нелогічно. Тоді воно було підписано, і не потрібно дивитися, хто підписував зі сторони там, віддільних територій Луганських, Донецьких областей. Важливо підписувати, були ли підписи представників України і Російської Федерації. Они были. Зурабов тогда, посол, подписал от имени президента Российской Федерации, а от имени Украины подписал Леонид Данилович Кучма, представитель президента Украины. Поэтому две главные стороны подписали. А то, что подписи Захарченко, Плотницкого и представителя ОБСЕ, это больше было такое придача формы определенной. Поэтому это не имеет большого значения. Они подписывали это не как представители ДНР, ДНР, они подписывали как представители отдельных территорий Луганской и Донецкой области. Эту терминологию не я придумал. Она была придумана, очевидно, консолидирована. Пане Андрію, ви ж сам дончанин. Конечно, да. Якимось чином зараз є там у вас контакти з тими людьми, хто залишився в місті? Про що люди говорять вам? Що дійсно є? Я сьогодні, вчора дзвонив мамі своїй, вона була в Києві, поїхала якраз в Донецьк. И ситуация очень напряженная, поскольку последнее время, после убийства Захарченко, там жесткие меры безопасности, местные органы, россияне усилили все меры безопасности, поэтому я думаю, что в таком режиме пройдет сентябрь, октябрь и ноябрь, то есть срок до 11 числа. До 11 выбора. Очевидно, будет делаться все, чтобы Пушилина избрали руководителя, поскольку других кандидатов там реально нет. Стрелков, судя по всему, не приедет Гиркин, Ходаковский побоится выставлять свои кандидатуры. Поэтому 99% вероятности, что в таком режиме пройдет ближайший месяц, в повышенной безопасности, и Пушилин, скорее всего, останется квази-руководителем. Что касается ЛНР, я не готов сейчас прогнозировать, кто там будет руководителем. Тогда ситуация напружена, и все ждут выборов, а тогда уже, возможно, этот градус спадет, или как? Не думаю, что он спадет, потому что потом все будут ждать выборов в Украине. Потому что промежуток всего несколько месяцев. И вот этот промежуток между ноябрем, декабрь, январь, февраль, он будет очень важный. И как с точки зрения подготовки предвыборной кампании в Украине, и так с точки зрения Путина. Потому что он, наверное, видит какие-то другие стороны переговорного процесса. То есть все сейчас на вычекувальных позициях. Киев дивиться, що там байдуже, там не байдуже. І що буде робити Путін в Україні? Так, а Путін сидить і дивиться, що принесе весна президентських виборів. І парламентських. І потім усім парламент. Ну, а поки чекають переговорів, перемовин і руху в бік миротворців, виконання і так далі. Після останнього заявлення представителів МІДа Росії, о тому, що Волкер грає на стороні Києва, ну, дипломатично я это расценил, что просто уже не воспринимают Волкера как переговорного, сторону переговорного процесса даже в формате Сурков-Волкера. Что, как засланного казачка? Да, поэтому я думаю, не то что до марта, а, наверное, и до осени формата Сурков-Волкера не будет, нормандский формат заседать не будет. Минская контактная группа будет собираться, поскольку нужно заниматься обменопленными. И Сенцовы, и другие вопросы решать. И тут будет прогресс, я убежден. Когда, не знаю. А от поживемо, побачимо, і потім запросимо Андрія Бузарова знову до нас в ефір. Дякуємо, Андрію, за розмову. Експерт міжнародник Андрій Бузаров був разом з нами.